Народная артистка СССР Инна Чурикова высказалась об участии Ольги Бузовой в постановке. И она надеется, что после выступления Ольги Бузовой всем звездам театра поднимут гонорары до ее уровня. По словам Инны Чуриковой, взять телеведущую на роль певицы было решением режиссера. Они подумали, они решили, они заплатят. Хорошо бы, если бы они также платили и другим актерам своего театра, сказала она в интервью. Причем Чурикова назвала профессию актера тяжелым трудом, которому нужно учиться. Любой артист полностью выкладывается на сцене. В противном случае спектакль может провалиться, подытожила народная артистка Инна Чурикова. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу и будете в курсе событий, которые происходят в нашей стране и за рубежом.